Здравствуйте, дорогие друзья! С вами товарищ Санек, и мы продолжаем проходить Прохмый Крусейдер. Начались мы на 25-й миссии под названием «Покинутый серединочка». Так вот, против нас, соответственно, змея, крыса, кабан, волк. Дает 4000 денег, нам 2. Поехали. За тебя, господин. Первым делом надо выкопать ров. Да, господа хорошие. Наш план? Эй! Да. Поем ров. Неважно, какой красоты. Честно говоря, сейчас это вообще не важно. Рубов ставим, чтобы лес нам носили. Парочку вот этих вот ребят. Дабы был смысл. Есть, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Ускорим наших ребят. Только скажите. Вперед! Только ресурсов у нас будет немного, можно все покомпактней разместить. Не хватает дерева, милорд. Есть, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Каков наш план? Наш план копать. Много, долго, нудно, но копать. Твои верные лучники. Красиво получилось. Нет, сносить пока не буду. Тут у меня цит ресурсов, все дела. Только эй! Наши луки будут петь. Есть, сэр. Каков наш план? Эй! Только скажите! Вперёд! Каков наш план? Эй! Нужно дерево. Без вопросов, друже. Здесь нет работы, милорд. Вот у нас уже поперло луки, производство лука, соответственно. Не хватает оружия, сэр. Ну где? Какие будут указания? Хорош мы, кстати говоря, вот так бы отгородить себе себя на зеленку. Если будет и возможность, ребят, организуйте. Только скажи. Копать, конечно, но... Ой. Каков наш план? Только скажи. Каков наш план? Вперед!
Потому что мне нужна зеленка. Нас атакуют! Только скажите! Вперед! Ждем Не ваших хватает приказов. Оружия, сэр. Ждем ваших приказов. Мы уже в пути. Уже идем. Каков наш план? Бедные мои рабы. Они так страдают. Есть, сэр. Только скажите. Эй! Не хватает оружия. Не хватает оружия, сэр. Да? Здесь глубоко? Каков наш план? Так, ладно, тут ребятки справляются, это хорошо. Лучники готовы. Ждем ваших приказов. Нужно больше луков. Послание от крысы. Вот теперь тебе стоит побеспокоиться. Моя армия скоро настигнет тебя. Работа здесь кипит, работа, милорд. Идем Не хватает приказы. Оружия, сэр. Милорд, мы идем. Послание от крысы. Мои планы сработали безупречно. У тебя нет ни шанса. Амбар пуст, сэр. Нормально все. Не хватает товаров. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Послание от крысы. Этот мир сошел с ума! Я тебя уничтожу! Можете рассчитывать на нас. Мы все вымокнем. Лучники готовы. Ну, вот уже почти готово. Ждем ваших Не хватает приказ. Оружия, сэр. Мой лук к вашим услугам. Мы уже в пути. Милорд? Ждем ваших приказов. Вы издеваетесь. Запасы провизии пополняются, сэр. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Постепенно. Конечно, постепенно. Не хватает товаров. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Уже идем. Так, господа, ладно, тут таскайте, пока таскайте. Ждем ваших приказов. Долгая дорога. Замок построим. Ура. Да? Мы идем. Лучники готовы. Ждем ваших приказов.
Запасы золота слишком малы. Мой лук к вашим услугам. Мы уже в пути. Милорд, уже идем. Я все-таки бы попросил вас докопать, на самом деле. Какие будут указания? Если вам не сложно. Ждем ваших приказов. Всегда готовы. Послание от змеи. Туда вот будут поджигатели всякие тут бегают и так далее. Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. Лучники готовы. Мы идем. Мой лук к вашим услугам. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Милорд. Замок построен. Дайте эти колотить. Казна пустеет, ваша светлость. Не хватает золота. Какой же дорогой камень. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Замок построен. Ждем ваших приказов. Да? Мы уже в пути. Что-то залагал дедушка, да? Здесь кипит работа, милорд. Залагал. Мне золото. Сейчас бабки будем из копий делать. Не хватает товаров. Безотходное производство. Запасы провизии пополняются, сэр. Запасы золото, провизии сэр. Пополняются, сэр. Запасы провизии пополняются, запасы золота неуклонно растут, сэр. Замок построен. Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Уже идем. Мы идем, милорд. Здесь глубоко? Хорошо. Пока что все идет хорошо. Не хватает рекрутов, сэр. Замок построен. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Какие будут указания? Мы уже в пути. Уже идем. Ждем ваших приказов, а? Воду! Дай не то. Оружейная полна, милорд. Это хорошие новости. Не хватает оружия, сэр. Можете рассчитывать на нас. Не хватает рекрутов. Не хватает оружия, сэр. Лучники готовы. Дела идут как никогда лучше. Просто замечательно. Мой лук к вашим услугам. Милорд. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Ваши указания. Оружейная полна, милорд. Я понял, сейчас нарастим.
можете рассчитывать на нас. Не хватает оружия, не хватает оружия, сэр. Что нам делать? Бежим! А? Проще! Рамок построен! Нам не рассчитывать на нас. Лучники готовы. Второй дивизион. Запросто. Это будет. Выступаем. Так. Хмель. Дерево. Всегда готовы. Ну ладно. Достаточно. Не хватает оружия, сэр. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Ваши указания. Мы идем. Что нам делать? Есть наша светлость. Не хватает оружия, сэр. Замок построен! Чё ж ты орёшь-то постоянно? Тут чё, вторые ворота что ли надо делать, чтобы этой фигни не было? Давайте сделаем вторые ворота. Как бы не проблема, не особо большая проблема. Встать, строй! Мой лук к вашим услугам! Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. А? Милорд, куда не попасть? Можете рассчитывать на нас. Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Так, чё, пойдем домики развивать вот эти вот. Не хватает золота. Милорд, мы уже в пути. Куда пойдем? Сейчас пойдем с крысой поговорим. По душам. Не хватает товаров. Не хватает товаров. Можете рассчитывать на нас. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Замок построен. Всегда готовы. Это не так просто. Мы уже идем. Так, я тут подумал то, что... Хотя, ладно, пофиг. Просто необходимо Чанского бахнуть. Запасы золота слишком малы, сэр. Тебя мы снесем. Надо склад перекинуть и дальше. Это нельзя здесь разместить. Ну, сейчас они все дружно уйдут, это я надеюсь. Это нельзя здесь разместить, милорд. Когда-нибудь это случится, да. Как-то так. Просто не ожидал, что это произойдет настолько быстро. Нас атакуют! Не хватает оружия, сэр. Люди любят вас, мой лорд. Запасы провизии пополняются, сэр. Да, с хавчиком вообще все шикарно. Не хватает оружия, сэр.
хотел вас сфигать. Не хватает рекрутов, сэр. Замок построен. Уже идем. Можете рассчитывать. Не хватает рекрутов, сэр. Нужно дерево. Что ж такое? Не хватает золота. Вы второй великий лор. Там до волка, да, тяжеловато добраться. Можете рассчитывать на нас. Не хватает рекрутов. Не хватает оружия. Не хватает оружия, сэр. Чё, поехали? Что нам делать? Выступаем. А? На дом. Марш. Прыгай. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Проще, я всегда готов. Ваше указание? Запуск. Послание от крысы. И все же хорошо, да? Да, я думаю, все так и должно быть, правда же? Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Ну, ребята. Не надо паниковать, крысик. Успокойся, успокойся. Там они сами справятся. Не хватает оружия, сэр. Не хватает оружия, что нам делать? Послание от крыс. Черт возьми! Мои тупые войска не сумели! Не смогли бы мне простить! Послание от крыс. Пей. Пожалуйста, не трогай меня! А вот так поприятнее будет. Не хватает оружия, сэр. Пора захватывать высоту, я думаю. Или змею. Может, змею? Так. Чёртовы катапульты. Короче, есть инфа? В казну поступает золото, сэр. То нужно сделать вот так. Люди восхищаются вами, сэр. Не хватает товаров. Не хватает товаров. Послание от волка. Я разнесу твой замок. Не оставлю камня на камне. Но получу твою голову. Убейся меня просто. От волка. Ты еще узнаешь. Что такое настоящая война? Мне бесит эти катапульты. Что нам делать? Вперед! А? Мы идем! Нас атакуют! Куда пойдем? Можете рассчитывать на нас. Да, ваша милость. Чем мы можем помочь? Подбираем обслугу. Запасы камня слишком малы. Реально бесит. Да давай уже. Запасы камня слишком много.
у вас победят. Мы постараемся. Послание от волка. Что? Никто так и не избавит меня от твоего присутствия. Лучники готовы. Я понял. Отступаем. Вот чертово дерево, а? Не, катапульт реально очень сильно бесит. Внимание! Не хватает оружия, сэр. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Какие будут указания? Внимание! Прыгай! Послание от волка. Я разнесу твой замок. Я ставлю камня на камне, но получу твою голову. Мы уже в пути. Уже идем. Да, мы идем. Блин, все поломал, все пол. Что за человек такой, а? Фу таким быть. Все здесь поганить вот. Сэр! Получай! Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает оружия, сэр. Лучники готовы. Долгая дорога. Ваши указания. Потроще рекрута. Оружие на плечо. Можете забыть о них. Послание от змеи. Ты все еще жив? Ничего. Это не надо. Как меня бесит эти чертовы катапульты. Это нельзя здесь разместить, милорд. Щит готов. Перемещение невозможно. Щит готов. Перемещаем щит. Мой лук, вашим лук, милорд. Мы уже в пути. Что нам делать? Послание от змеи. Ты снова испытываешь мое терпение. Я уничтожу тебя. Так, кто-то надо купить. Это надо купить, это надо еще парочку штучек поставить. Можете рассчитывать на нас. Пойдем.
бедняга, трощи! Встать, строй! И готовить стрелы! Внимание! Пошел кидать, это будет! Захватываем потихонечку высоту. Что нам делать? Какие будут указания? Это нельзя здесь разместить, милорд. Люди восхищаются. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Внимание! Не хватает рекрутов, сэр. Капец тут. Ай-на-не-на-не. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Не очень благополучный райончик, согласен. Ждем ваших приказов. Проще некуда. Рассчитывать на нас. Поехали. Встать, строй. Или нет? Мой лук, вашим услугам. Не хватает, не хватает оружия, сэр. Внимание! Что-то у кабана вообще все плохо, у него даже ворот нету. Почему? Понятно почему. Ладно, сейчас пойдем с крысой поговорим. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Можете рассчитывать на нас. Не хватает рекрутов, сэр. Да, ваша милость. Куда пойдем? Строим осадное орудие. Не хватает послания от волка. Я убью тебя, и тебя, и весь твой сброд. Что это такое? Стой! С кем ты там воюешь, друг? Я разнесу твой замок. Не оставлю камня на камне, но получу твою голову.
Не хватает оружия, сэр. Внимание! Прыгай! Шагом! Люди восхищаются вами, сэр. Вы великий лорд. Да, Певчанское дело и дело. Послание от волка. Никто так и не избавит меня от твоего присутствия. Дай вперед! А что нам делать? Есть ваша смелость. Оружие на плечо! Послание от земли. Похоже, пора. Все, готов, сэр. Послание от земли. Это не просто стоит. Стой, второй. Куда пойдет? Ваше сказать, отпрощение. Что нам делать? А? Послание от земли. Мы уже идем. Но ты таков, чтобы бросать меня в руку и оспаривать мое право на эти земли. Окей. Послание от змеи. Нужно больше дерева. А спросов нету больше. Ух, какая утомительная миссия. Просто кошмар. Это нельзя здесь разместить, милорд. Ваше указание. Это будет. Послание от волка. Я разнесу твой замок. Не оставлю камня на камне. На полу твою голову. Сэр, бегом. Так, кабанчик, значит. Готов, сэр! Вперед, ров! Можете рассчитывать на нас. Не хватает оружия, сэр. Что нам делать? Встать, строй! Эх, далеко идти. Милорд. Так он реально заколебал. Не хватает товаров. Не хватает рекрутов, сэр. Внимание! Прыгай! Шагом! Тише, тише будь. Можете рассчитывать на нас. Не хватает оружия, сэр. Ну, кто такое? Не хватает оружия. Можете, сэр, рассчитывать на нас. Не хватает. Сэр, куда всегда пойдем? Готовы. Выступаем. Да. Ваше указание. Да.
Что нам делать? Легко. Проще нет. Есть. Мы пехота. А? Мы уже идем. Красная армия. Победили! Ваши указания? Да, вот! Так, остался, соответственно, последний. Самый противный противник. Какие будут указания? Мы идем. Это нельзя здесь разместить, милорд. Послание от волка. Я разнесу твой замок, не оставлю камня на камне. Как он заколебал. Твою голову. Мы отважны. С этими своими катапультами это просто нереально. Мой скакун быстрее ветра. Не хватает рекрута. Наши лошади готовы. Мчимся как ветер. Усталость за мой скакун быстрее ветра. Готов, сэр. Мы уже в пути. Стой, строй. Мой скакун быстрее ветра. Нужно золото. Он что, все тут разрушил, что ли? Как у него это получилось? Делать нехрена. Негодяй. Не хватает товаров. Не хватает товаров. Не хватает товаров. Мой скакун быстрее ветра. Не хватает рекрутов. Вождем. Что нам делать? Мы отважны. Готовы. Полное поражение! Чё-то, да, у меня дела не очень обстоят. Не хватает... Мой скакун быстрее ветра. А? Есть ваша светлость. Послание от волка. Сейчас здесь будет моя армия, и ты перестанешь доставлять мне неприятность. Можете рассчитывать на вас. Ждем. Нас никто не ждет. Мчимся, как ветер. Усталость забыт. Нас никто не обгонит. Мчимся, как ветер. Усталость забыть? Куда пойдем? Мы отважны. Нас никто не обгонит. Всегда готовы. Наши лошади готовы. Мчимся, как ветер. Усталость забыть? Нас никто не обгонит. Мчимся, как ветер. Усталость забыть? Послание от Бога. Я разнесу твой замок. Не оставлю камня на камне. Но получу твою голову. Послание от Бога. Я, похоже, недооценил тебя. Тама! А? Это будет просто. Можете рассчитывать. Мы отважны. Куда пойдем? Говоря, если мы не будем давать ему бараки построить, то как бы на этом у него игра и кончится. По факту. Наши лошади готовы. От короля! Нас никто не обгонит.
Мчимся, как ветер. Усталость забыть. Нас никто не обгонит. Что-то у меня популярность резко так упала. Не знаете почему? Вас не очень-то любят, милорд. Козлу поступает золото, сэр. Вас не очень-то любят, милорд. Козлу поступает золото, сэр. Вас не очень-то любят, милорд. Мой скакун быстрее ветра. Чувствуй на разуме! Мчимся, как ветер! Мой скакун быстрее ветра. Не хватает рекрутов, сэр. Жду приказаний. Вперед, братья! Сейчас старые ворота мы ему заблокируем. Тут, кстати говоря, можно потихоньку ковырять ворота. Проще некуда. Он их тупо снес, что ли? Какой кошмар. Вождя, усталость забыть. Каким быстрее ветра? Прыгай! Вперед! Да. Послание. Чально. Будь ты проклят! Я еще отыграюсь. Что нам делать? Та-та-та-тон! Уже идем! Мы идем! Сэр! Там мы сейчас сделаем ход конем, как всегда. Да, сэр. Идем ваших приказов. Не хватает рекрутов, да, сэр. Ваше Величество. К стенам! Да? Долгая дорога. Все, мы его заблокировали. Экономика у него падает. Кажется, мы готовы. Приготовить лестницы! Окей. Почти все сдохли. Лучники готовы. Послание от волка. Я, похоже, недооценил тебя. Мой лук к вашим услугам. Вы охренели, что ли? Мы уже в пути. Мы идем. Мы идем. Мы уже в пути. Давайте, мы давайте, идем. Давайте, давайте. Милорд, какие будут указания? Ждем ваших приказов. Бегом. Да. Лучники готовы. Мы уже в пути. Мой лук к вашим услугам. Милорд. У него есть колодец? Есть колодец, да. Обидно. Оружие! Ну, плечо! Мы готовы! Ну, почти все, собственно говоря. Вот таким незамысловатым образом мы проходим эту миссию. Получше своего отца, честное слово. Не хватает оружия. Кстати, камень появился. Не хватает. Железо появилось. Не хватает. Исчезло сразу же. А, я понял, почему броню не делают. О, сейчас уже не важно. Больше денег.
Сейчас уже все равно. Это нельзя здесь разместить, милорд. Не хватает оружия, сэр. Внимание! Не хватает рекрутов, сэр. Клинки. Не хватает рекрутов, сэр. Почувствуй нашу мощь! Мы выдвигаемся. Какие будут указания? Уже идем! Нас атакуют! Мы идем! Мы уже в пути! Ангел вместе! О, это было! Так, ну что? Собственно, осада удалась, можно сказать. А? Ров? Да. Чёртова работа. Лучники готовы, Рой, для победы. Внимание! Вперед! Прыгай! Что там по войскам? Налоги, это когда их нет. Можете рассчитывать на нас. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Можете рассчитывать. Теперь моя очередь на тебе отыгрываться, поддонок. Мы готовы к полету. Это невозможно. Мой лук, вашим услугам. Мы идем. Сэр. Меняем дислокацию. Чуть ров хапает. Милорд? Команд, что ли? Поднимай лестницы! К стенам! Куда целиться, сэр? Наша цель. Ассасины, конечно, дают жару. Мы готовы. Ты ничего не услышишь. Клинки остры. Ой. Моя душа голодна. Ангел вместе. Мы готовы к полету. Наша цель — змея ползет. Мы быстры, как ветер. Мысли. Натянуть тетиву. Мы идем. Готов, сэр. Тут не выкопано. Оттуда. Ребята. Мы все вымокнем. Встать в строй. Мы уже в пути. Внимание! Цеплячий кор! Мы пехота! Парни! Шевелитесь, собаки! Ну что, мое любимое победоносное горение противника? Есть, сэр! Каков наш план? Только скажите. Ой, кажется, кто-то горит.
Красота. А ведь горит? Горит. Собственно, победа! Вот и все, дорогие друзья. С вами был товарищ Санек. Увидимся в следующей серии.